пятачок. Самый простой и завлекающий игровой автомат, который я когда-либо видел. Но, как показывала практика, играя в него, никто не становился богатым. Аппарат принимает только 5-рублевые монеты. Я 2 года уже не могу проиграть в него свою квартиру. Это последние из 600 000 пятачков. Фак е, я выиграл 15 рублей, лужина. Продавай машину, деда и гараж. Боже, женщина, я сказал машину, деда и гараж. Откуда у деда машина, ты думай?